Друзья, всем привет! Сегодня 7 сентября. Мы находимся с вами в окрестностях города Зеленогорска в Ленинградской области на крутой велогонке под названием La Strada Offroad. Меня зовут Мельников Сергей, и сегодня вы вместе со мной прокатитесь один круг этой гонки. Итак, нам сейчас будут давать обратный отсчет. Я еду в категории МТБ. И вот он старт. Старт я немножко проворонил, потому что не смог сразу встегнуться в педаль. План был такой: в этом году встать в первый ряд и включаться в работу сразу же со старта. Ехал с знакомым. Впереди сейчас первого номера едет Олег, с которым мы планировали ехать всю гонку вместе, работая парнем. Давай, Олег. Вот подбадриваю Олега, говорю, давай. Потому что он немножко уже сбавил обороты. Фишка этих гонок в том, что очень большое количество участников, и в прошлом году я стартовал где-то с середины и очень долго тратил силы на то, чтобы обгонять участников. Поэтому задача была и тактика такая, чтобы выйти сразу же на первую позицию и крутить, пока есть силы, отрываясь подальше от преследователей. Соответственно, я решил поработать первым номером. Но что-то как-то я слишком резко стартанул, и Олега потерял за себя. Даже уже в горле пересохло, и вот решил попить. Периодически оборачиваюсь, смотрю, где Олег, потому что вроде хотели ехать в команде. Я смотрю по силам, как он едет. Но он сказал перед гонкой, что не тренировался, хотя он по прошлому году катания на этой трассе, я помню, что я сел у него на колесе. В этот раз я решил попробовать работать первым. Трассу я знаю, трасса в этом году очень хорошая, сухая, дождей накануне не было, но все равно здесь есть небольшие лужи, скользкие грязные участки, которые мы увидим с вами чуть дальше. Первые минуты старта я пытался понять, есть ли кто-то, кто сильнее нас. Соответственно, это я уже понял на самом старте, когда наш первый ряд, второй ряд начали появляться в конце заезда. Не заезда, а когда мы уже все выстроились, начали проникать гонщики сильные, которые решили не стоять в очереди, а просто в наглую лезли в наш карман. Но кто-то понимал и, соответственно, стал вторгать. Собственно, вот эти двое ребят нас сейчас обогнали, очень хорошо, здорово катят. Я какое-то время, пару секунд, наверное, подумал, что может попробую посидеть у них на хвосте, поработать с их темпом, но сразу понял, что нет. Ребята сильнее, и я здесь как бы... Давай! Я здесь не потяну. Вот эта троица от нас ушла сразу же на старте, но это очень сильные ребята, которые ездят в марафоны. Ездят большие дистанции, 60-80 километров, как я полагаю. Если не прав, можете меня исправить в комментариях. Но я сразу понял, что эти ребятки у нас дадут мах. И смысла цепляться за них нет, потому что потрачу больше сил сам. Но, тем не менее, я к этой гонке физически и морально был готов. Хотя технику не особо обслуживал, потому что последняя неделя у меня была ленивая. Ходил в тренажерный зал, отдыхал, спал, останавливался. Вот. Приехал на гонку в 9 утра, хотя старт обещали в час 10, но по техническим причинам, ну это нормально, отложили до часа 45. Но я специально приехал так рано, чтобы занять стартовый карман первый ряд. Я знал, что там будет очень много народу, поэтому задачу выполнил. Что-то как-то сбавил скорость, потому что у нас здесь подъем. В прошлом году я здесь прям активно педалировал стоя, но сейчас что-то как-то поднаелся с таким резким стартом и решил немножко себя поберечь. Хотя пульс держал в районе 160-170. Вот еще один гонщик в синем. Очень здорово едет. Сразу скажу наперед, я приеду шестым. На финише до последнего надеялся, что я кого-то, точнее не кого-то, а займу место на тумбочке, но, к сожалению, шестое место и тумбочку я не увидел. Но, тем не менее, гонка интересная.
И выкладывался я сейчас, и впереди выкладывался по полной. Итак, первые небольшие подъемчики мы преодолели. Здесь у нас идет дергание. Разбираем, смотрим, кто сильнее. Итак, уже уехало 4 парня, насколько я понимаю, вперед меня, МТБшные. А впереди у нас едут участники на гравийных велосипедах. Синглах, по-моему, или как они там называются. Вот здесь я немножко сбавил обороты, потому что... Аж в глазах потемнело. Да, потемнело в глазах. То есть, видимо, пульс хорошенько так резко подскочил. И я решил немножко сбавить темп. Но периодически посматриваю назад, смотрю, как сильно прижимают сзади участники. Олег у нас вышел опять на первый номер. Я какое-то время отдыхаю, еду за ним. Слева! Тут я решил его опередить и крикнуть заранее слева, потому что, ну, по опыту таких гонок понимаю, что лучше кричать участникам заранее, чтобы ты не... вот темп, который ты набрал, чтобы ты его не терял. Потому что если вы кричите слева, справа, непосредственно уже сидя на колесе человека, которого вы хотите обогнать, вы должны учитывать, что этот человек может растеряться, если это новичок. И я иногда тоже иногда подтупливаю. И когда кричат слева, я иногда просто машинально дергаюсь влево. Хотя через полсекунды сразу понимаю, что, ну, с той стороны сейчас будет обходить гонщик, и мне нужно вправо. Тем не менее, лучше кричать издалека, чтобы мы, те, кто послабее, тех, кого обгоняют, чтобы мы заранее увидели тропинку, куда мы можем спокойно сойти, не меняя и не останавливая педалирование. Это важно. Тут мы догнали. А, нет, это мы все еще пытаемся сидеть на колесе. Я Олегу тоже на гонке говорю, что если мы не тянем, а если видим, что гонка... На хвост садись. Да, если... сил нам не хватает, есть сильные участники, надо садиться им на хвост и пользоваться тем, что они вперед прорывают воздушный карман. Но я что-то здесь отстал, но тем не менее силы пока есть. Предыдущие две гонки показали, что в принципе я себя держу в хорошей форме. Ничего не болит во время гонки, не болит спина, не болят икры, ноги. Но если не считать гонку после Ярви, на которой я ехал 60 километров, там у меня конкретно уже все заболело, и я даже в подъемы уже поднимался пешочком еле-еле. Вот. Ну а Ластрада — это такая универсальная гонка, трасса для всех. Соответственно, здесь не так много технических участков, сколько скоростных прогонов. Пытаемся выйти вперед. Я контролирую, чтобы никто Олегу на хвост не сел. Подрезаю. Но да, здесь небольшие акробатические трюки исполнения Олега. И я снова решаю выйти вперед. За мной! И здесь резкий поворот. Я только начал набирать обороты и понял, что это было зря. Кстати, в этом году этот поворот сделали, я смотрю, заранее. Точнее как, сделали более таким нормальным. В прошлом году нужно было в этот поворот пробираться через кусты. Это было неожиданно. И в прошлом году у меня за спинами был завал. Это единственная, наверное, такая труднообъезжаемая тропинка, синглы. Но здесь, в принципе, я еду первым номером. Ну, точнее, как первым номером. Еду. Впереди меня уже уехали самые сильные МТБшники. Я их уже больше здесь не догоню до самого финиша. Но я стараюсь держать свою позицию и пытаюсь оторваться на этих кочках, технических участках, как можно дальше. Сзади уже преследователей не стало. Ребята отвалились. Ну, видимо, я-то еду на двухподвесе, хоть и тяжелый, но двухподвес и корешки. Здесь мы перепрыгиваем через дерево, экономим также время.
Вообще очень хороший навык на марафонах, на кросс-контрейных гонках уметь перепрыгивать камни и вот такие лежачие препятствия или корни. Я не особо умею это делать, но я умею прыгать, но вот я не умею высоко прыгать. В идеале, когда вы пропрыгиваете, слева, вы не теряете скорости. Слева. Да, здесь слева. Пытаюсь обогнать, приходится идти по кустам, но здесь участник пропустил, за что ему большое спасибо. Здесь нету острых камней на трассе и вроде нету таких вот корней, на которых можно пробить колеса. Я в начале гонки колеса накачал по максималке, это где-то под 50 PSI. Была мысль такая, что так как я знаю трассу, я знаю, что она особо не корнистая, ну то есть нету особо таких долгих моментов с корнями, хотя вот здесь, вот видите, корней достаточно, но я сначала до старта полагал, что я поеду на максимально накачанных колесах, чтобы как-то компенсировать накат. Но потом все-таки решил спуститься. Справа. Так, здесь ключу справа. Вот мы проехали первый сингл-трек. Тут я что-то направо думал ехать, а оказывается налево. Не хватало здесь волонтера, который бы показывал, куда поворачивать заранее. Но ничего страшного. Сейчас у нас пойдут длинные прогоны. Очень классные, когда здесь едешь с кем-то в компании, потому что можно отдохнуть, попить, поесть. Я, кстати, на гонку взял 3 геля СИС, 2 из них с кофеином, который я примотал к раме, но так и не выпил ни один из них, и один с электролитами, который я выпил непосредственно перед стартом. Также на старте я выпил маленький такой колпачок гуаран, чтобы взбодрить сосудистую. Мне нравятся вот эти прогоны, они очень скоростные. В этом году, как я и говорил, трасса сухая, прямо летишь по ней. Сзади гонщиков нет. Здесь луж, как в прошлом году, тоже нет. Объезжать не надо, можно наваливать прямо, прямо и прямо. Смотрите, как эффективно работает, когда кричишь заранее слева, справа, да? Смотрите. Вот участники раз так мешают. По центру. Раз, заранее сказал. Спасибо. И ребята спокойно, не дергаясь, поняли, что я хочу, и уступили. Здесь был опасный участок. Я не знал, можно ли эту лужу проезжать по центру. Лайки за то, что протер камеру. А на самом деле, на большой скорости там можно было в этой яме-то убраться, потому что я-то по привычке колесо переднее дернул вверх, но задним колесом почувствовал, что там что-то лежало на дне. И траекторию выбрал посередине, а не по колее автомобильной, поэтому повезло, просто повезло, что не убрался. Намочил систему, но так как дорожка прикатанная, все нормально. Здесь тоже я знал, что эту лужу можно проехать вот так вот. Даже ребят, которые проехали дистанцию 40 или 60 километров, я у них поспрашивал, когда они финишировали, проезжали мимо нас, поинтересовался, так сказать, проявил тактические уловки, узнал, какие лужи, можно ли их проехать по прямой. И не боялся ехать, потому что ребята врать не будут. Право. Догоняем, по-моему, это... это ребята, которые у нас уехали с 10-минутным отрывом, если не ошибаюсь. Да, 10-минутным отрывом, потому что номер желтый. Опять едем в небольшой подъем песочный.
тут вот ребятки идут пешочком, я пытаюсь сразу заранее Лево. Предупредить. Справа. Слева, справа, уже тоже самому смешно. Не люблю вот этот поворот, он вот подъем и поворот, он песочный. Вязнешь в этом. Здесь у нас небольшие такие препятствия, и где-то впереди должно быть бревно. Кстати, я что-то в этом году не заметил, или просто сейчас увидим. Я не заметил бревно, где-то вот здесь раньше лежало бревно, которое проезжали по диагонали. Либо я его так активно пролетел и не заметил, либо это бревно убрали, чтобы меньше было травмоопасных участков. Давай, пустите. Право, прости. Да, здесь Лево. Я что-то как-то задумался и не знал, с какой стороны ребят обгонять. Неудобно получилось, им пришлось остановиться. Куча поваленных деревьев, кстати, смотрите. Видимо, был какой-то шторм. Где-то здесь было это бревно, но я так полагаю, сделали объезд этого бревна. Очень даже хорошо, потому что это неприятное бревно, которое, на котором не особо прыгать хотелось. А начинающие на нем точно могут упасть, потому что там диагональный проезд был. Небольшие грязевые участки, опять видим впереди какого-то участника. Прям вот люблю, когда в гонке видно так. Участника спереди и можно погнать. Слева. Бревна, каша, грязь. Слева. Да, это ребята едут. Так, справа обгоню. Справа. О, опасный участок, говорят. Да, здесь спуск на мостик, но я понял, что он для меня не опасный. В прошлом году меня здесь, наоборот, затормозили. Хотя вот здесь вот я что-то, когда начал выезжать на этот мостик, как-то немножко у меня заиграла пятая точка. И... Слева! Я на секунду подумал, что скорость слишком большая, и я сейчас с этого моста навернусь влево, но пронесло. Да, здесь у нас небольшие технические препятствия. И вот эта неприятная лужа с бревнами внутри. В прошлом году я ее очень аккуратно проезжал, сейчас знал. Так. Спасибо. Ребята едут с белые номера. Это у нас дистанция 40 или 60. Слева. Так, здесь ребята с походом, я прям кричу. Слева! 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 Спасибо! Слева! Спасибо! Такая большая толпа куда-то идет в поход. Ну, это, видимо, школы или студенты. Обычно, когда начинается учебный год, они идут куда-нибудь в поход. Не забываем протирать камеру. Все ради вас. А тут у нас тоже сейчас будут прямые прогоны. И мы будем выезжать уже на озеро. По центру. Это я уже на автомате просто говорю. Впереди едет гонщик, и мы сейчас увидим... А, он уже повернул. Здесь такой поворот. Впереди кто-то уезжает вот в красном, и я пытаюсь... вычислить, кто это. Пытаюсь вычислить, это МТБшник или это гравийник. Начинаю потихоньку его нагонять. Ну вот ребята пешком, видимо, были поломки какие-то. Или просто на корнях ушатало. Потому что я представляю, у них подвески нету. Дыхание вроде пришло слева. В норму. Уже не так запыхиваюсь. Спасибо. Хотя... Спасибо. С...
слева. Вообще ехал и мечтал у кого-нибудь из гравийников посидеть на хвосте, чтобы хоть как-то отдохнуть, но при этом уходить в отрыв от преследующих сзади. Но хотел мне на хвост сесть. А какой? Да, хитрец. Хитрец гравийник увидел, что я еду быстрее, и попытался переложиться мне на колесо, но я сразу дал дёру, как бы присёк это дело. Хотя если силы есть, почему нет, я считаю. Так, и вот мы выезжаем на озеро. Здесь идет такая большая широкая грунтовая дорога, достаточно ухабистая, потому что здесь вот такие промоины, ямы от луж, и нужно здесь искать прямые проезды, потому что ехать, трястись достаточно тяжело. По-моему, по велокомпьютеру это у нас 10-й километр. Я посматривал на велокомпьютер, понимая, что я уже проехал половину, понимая, что еще впереди столько же. Колола в боку, поэтому я так активно дышал и пил воду. Но колола не так сильно, поэтому, в принципе, я терпел нормально. Ну, можно было обойти. Можно было терпеть, в общем. В прошлом году вот на этих поворотах и ухабах я вот решил, вместо того, чтобы попить геля, я его вдыхнул. И потом минут 10 приходил в себя. С погодой повезло просто шикарно. Не было жарко. Солнышко, светло, все видно. Сел. Немного пытался лечь на руль, чтобы догонять этих ребят. Так, здесь у нас сейчас будет крутой поворот. Здесь дети, семья катается, молодцы. Соблюдают технику безопасности. Ребенок в шлеме. Это родителям нужно просто лайк поставить. Да, это стоны счастья, что выходной день, я еду на такой гонке, вместо того, чтобы валяться на кровати. Что-то я как-то, кстати, в этом году еды с собой никакой не брал и почему-то был уверен, что нас покормят на финише. Привык к нашим ленинградским марафонам, где в конце тебе дают такой талончик на обед, и ты можешь покушать очень вкусного обеда. Привык и что-то как-то совсем забыл. Так, видим впереди цель, которую вроде бы можно догнать, а может быть даже можно ехать вместе с ним. Какое-то время анализирую, но понимаю, что я догоняю слишком быстро. Компьютеру смотрел, стабильно проехал с пульсом 170-175 буквально на всем протяжении гонки. То есть, не знаю, было бы круто, если бы у меня был датчик мощности, но это такая штука, дорогое удовольствие. Здесь такие резкие закрытые повороты. Ехал бы чуть быстрее, обязательно бы, я думаю, в этот забор бы улетел. Там, потому что гравий, тормозить без вариантов. Оп. Так, здесь контролеры, смотрим, что здесь. Я думал, здесь поворот, напрягся, а там поворота нет. Этот чувак едет на расслабоне. Жизнь в кайф, да? Я выбираю жизнь в кайф, знаете, песенка есть, прямо напел. Оп! Так, предупреждаем местных туристов,
чтобы не выбежали на трассу. К сожалению. Слева обхожу. Слева, слева, слева. Спасибо. К сожалению, на этой, в этом году почему-то у меня камера до конца не засняла всю гонку. Ну как почему-то. Буквально последние 5 километров мучений, потому что у меня на последних 5 километрах, на 5 километрах начало очень сильно сводить икры. То есть я прям нажимаю на педаль, и меня прям задняя часть прям вдавливалась, чувствовала, что мышца прям запоминала это состояние вдавленное и не отпускала. Здесь нужно педалировать, то есть, ну, никак нельзя обороты сбавить, поэтому терпел и заметил такую особенность, что икры как-то болели, ну, странно, не странно, то есть сначала болела задняя стенка икры, потом начали, заднюю отпустила, начали по бокам схватывать, то есть с внешней стороны, с правой стороны икры и с левой стороны. Но это уже было не так больно, поэтому там терпел. Меньше терпел, но все равно как бы были ощущения, что если я решу встать и попедалировать стоя, то все. Поэтому как-то меня уже вот эти моменты напрягли. Но по велокомпьютеру смотрел, понимал, что... Слева! В принципе, у нас здесь осталось немножко потерпеть. Трассу я знаю, расклад сил тоже. Еще один такой сингл, на котором может немножко потрясти вас, но этот, кстати, сингл менее такой трясучий, чем вот тот первый, который был. Слева. Устал. Спасибо. Устал. Так, здесь слева. У нас спуск, понимаю, что здесь нужно их обгонять. Спасибо. Чтобы они не оттормаживались. Впереди участник хорошо поехал, без тормозов. Думал я без тормозов. Оп! И попал в такой... Спасибо! Заезд. Так. Чуть не наехал. Обгоняем ребят. Внезапно, да? Так вроде никого не было, и так разгоняешься и вылетаешь на такую толпу людей. Слева по кустам иду. Здесь вот, кстати, по кустам. Спасибо, ребят. Слышите, да? Ой, нет. Что такое? Проехал по кустам и намотался на колесо, точнее, за нижний переключатель намотал хорошенько так. Вот этой вот, что это, ель или... Ну, короче, вот этих маленьких деревьев. Слава богу, хватило ума прокрутить педали назад. Иногда просто об этом не думаешь, не задумываешься и... Едешь, пытаешься мучиться, а там хорошо так заживала веточку у меня в переключателе. Но благодаря реверсу все быстренько оттуда выплюнулось, и мне повезло, я скажу. Не пришлось останавливаться. Ох, ребятки, как же вам тяжело-то, да? Слева. На этой корнистой траектория. Спасибо. Меня тоже потряхивало. Ребята, так, обхожу. Спасибо. Потряхивало, но могло потряхивать и меньше, если бы я спустил давление в колесах еще больше. Я думаю, я спустил давление где-то до... Ну я за вами подыхаю чуть-чуть. До 2 бар. Да, здесь меня догнал участник, который так очень хорошо ехал. Я так думал, попробую поехать с ним. Но икры мои говорили, может, ты все-таки побережешься. Напомню, для тех,
тех, кто меня не знает, я еду на велосипеде двухподвесья с подвеской ходом 150 миллиметров. Велосипед называется Jamis AMT Dakar 360.com 2014 года выпуска. Да. Отличный велосипед, ничего плохого про него не могу сказать. Столько лет со мной, очень мало ломается в гонках. Единственное, что у меня в гонках происходит, бывало происходило, так это просто проблемы с переключателем. Но в последние года проблем нет. По-моему, это уже третий такой прямик, на котором нужно ехать и терпеть. А терпеть, потому что здесь хоть вроде бы и гравийная такая дорога, но она мягкая. Есть участки, на которых просто ты как будто едешь по земле, такой, который вот прям продавливается, как колеса. Это очень неприятно, и на этом теряешь скорость. Все, я вот здесь уже понимаю, что я отваливаюсь, я его уже не догоню. Понимаю, что я буду это вам комментировать. Когда я об этом подумал, я такой, так, я буду это комментировать. Я буду говорить, что, а мог бы и поднапрячься. Да, ребят, вот я поднапрягся. Вот сейчас я реально поднапрягся, я пытаюсь его добрать снова. Но нет. Ой. К сожалению, я его уже не доберу. Я попытался, я понял, что икры начинают сильнее напрягаться, и даже принял, вот видите, такую позу, лег на руль, хоть как-то попытаться догонять, добирать. И вроде бы вот добираю, но не-не-не, это просто на спусках, так как я легкий, вешу всего 70 килограмм, я его так вот нагнал, но держать его обороты я не мог. Скорость у нас сейчас где-то 25-30 километров в час. А я когда записываю комментарии, у меня метрика на экране выведена. То есть я метрику накладываю, когда монтирую видео и за вот эту вот запись, которую я вам рассказываю. Поэтому метрика уже в самом конце накладывается. Здесь у нас крутые повороты, нужно аккуратно входить. Я их знаю, но можно здесь хорошенько так приложиться в дерево. Право. Небольшой такой участок вдоль дороги, и потом мы снова нырнем в такие лесные синглы. Ну, надо отметить, что я какое-то время, видите, я за ним все же держусь. Все же я за ним держусь, но с небольшой разницей он уходит вперед. Все, мы уезжаем с параллельной этой дороги и ныряем снова в лесную тропу. Крутой поворот с почкой. И мы на лесной тропе. А здесь будет достаточно узкая такая тропа. Дальше нужно будет тоже очень хорошо и аккуратно обгонять участников, потому что по бокам ветки, веткой может попасть в глаз, по рукам. Можно просто зацепиться от какую-нибудь корягу торчащую. Я уже понимаю, что гонщика впереди, за которым ехал, я потерял. Последний раз, наверное, где-то здесь я сейчас попил. Гидратор не стал на эту гонку брать с собой, потому что хотел, чтобы спина дышала. Потому что когда едешь с гидратором, это рюкзачок, соответственно, спина потеет, жарко, а тут... Слева. Дистанция 20 километров,
достаточно пологая, но пить особо и не хотелось. Слева обгоняю. Спасибо. Напугал прям участник, он так резко отдернулся. Здесь, видите, в чем плюс? Слева. Кричишь, когда громко. Спасибо. В сторонку, и даже тот, который еще дальше едет, которого ты еще не догнал, давай, он молодец. Уже тоже уже понимает, что кто-то едет сзади и уже едет на стрём. Слева обойду. Спасибо. Здесь у нас уже, я полагаю, это уже последние 5 километров. Спасибо. Осталось совсем немножко. Я начинаю ускоряться, несмотря на то, что у меня сводит икры. В этом году старт немножко изменили, и я почему-то до последнего думал, что старт будет на прямом участке. А нет, старт, в принципе, там же, как и был, то есть прямо потом налево и вверх, но без далекого такого заезда наверх. В прошлом году был резкий поворот налево. Там была такая траншея, на которой можно было слева обойду. Внезапно улететь. Спасибо. Слева. Спасибо. Спасибо участникам, что они сдвигались в сторону. Я понимаю, что когда ты кричишь, одно дело, ну, если это участник на МТБ, у него, в принципе, колеса помягче, а тут гравийники, у них там нет подвески, и им приходится вот на эти правые заезды съезжать. А там корни их очень трясет, а силы у них и так уже, наверное, не было. Но за что, в принципе, я благодарен. Вот этот грязевой участочек тоже здесь такой опасненький, потому что можно подскользнуться, упасть в грязь. Меня там заносило, хотя если посмотрите в правый нижний угол, да, какая у меня покрышка. У меня протектор грязевой, то есть для таких суровых гонок, где жижа, грязь, глина скользкая. А тут достаточно накатанная покрышка. Но тем не менее, эта покрышка хорошо себя показывает. Она плохо себя показала на трассах, где есть острые камни, потому что сбоку покрышка ничем не защищена, легко продырявливается, прокалывается. Слева обхожу. Спасибо. Еду, высматриваю, вот, пытаюсь высмотреть впереди, есть ли кто-то. Впереди у нас едет маячок, сейчас будем его догонять. А мне показалось, или у него маячок срабатывает, когда он на тормоз жмет? Справа! Спасибо! Интересный у него маячок. Наверное, реально, когда он на тормоз жал, светился.
люди гуляют и удивляются, и все с номерами едут. Да. Прикольно, наверное, как гуляешь, а тут раз. Справа, справа, слева. Спасибо, ребята. Народ удивляется, я думаю. Вроде выходной день, все по домам, а тут такая толпа велосипедистов. Ой, подавился. Людей. А, ноги сводит, капец. Да, вот проезд этого бревна, пропрыжка этого бревна мне, конечно же, по ногам дала хорошенько. Вот удобно, когда волонтеры показывают флажками направление поворота. Вот если бы на том повороте, хотя может там был волонтер, но я посмотрел. Может быть, он просто устал рукой держать, тоже понимаю. Все, я вот здесь уже помню, что вот эта еловая тропинка. Слева. Это уже предвестник финиша. Спасибо большое. Ай, ноги, ноги, ноги. Слева. Спасибо. Надо было мне включить счетчик, сколько раз я кричал слева-справа. Эх, ну уже поздно. А, догоню, покусаю всех. Это я слева. Решил дать стимула участникам впереди. Спасибо. Слева. 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 Спасибо. Слева. Спасибо. Слева. Сколько? Кто-то решил спросить, сколько, но слово осталось, не смог уже произнести. Встал. Впереди у нас едет участник на гревеле. Сейчас я его буду догонять, потом он будет обгонять меня, и на этом видео будет заканчиваться, потому что камера на самом интересном, на самых интересных предфинишных моментах решила выключиться. А что было дальше? Соответственно, я его обогнал, и там впереди была еще парочка ребят, которых я тоже с наката очень хорошо горку обогнал, и потом был уже предфинишный спринт, на котором я шашковал и прям на больших таких ходах обгонял участников. Слева. Неожиданно был вылет спасибо. На финиш, но он был классный, то есть спринтанул очень хорошо.
на финише очень много народу стояло, они все там болеют, там давай, 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 кричат. Это прям хорошо так мотивирует. Так, и честно, дай хоть я отдохну за тобой. Это я говорю, что мы у друга на хвосте решили посидеть. Сначала один круг. Сначала один он, круг, да? Потом я. В общем. Я за тобой отдохну немного. Он говорит, если догонишь, давай, но он меня не знает. Соответственно, попозирует фотографу. Давай! Я здесь сначала не понял, о чем он кричал, но потом как понял. Блин, земли поел. Крутой поворот. Сзади нас никто не преследовал. Очень хорошо начали ехать. Здесь прямая такая достаточно накатистая, корней нет. И гравийником хорошо, и МТБшником хорошо. Ну, где-то здесь я его начну обгонять. Да, где-то здесь. И, собственно, на этом видео закончится. Ну и можем подвести итог. Финишировал шестым. К сожалению, камера сдохла на последних 10 километрах. Гонкой но очень доволен. До последнего жалко. Не знал, какое это я место. До последнего верил, что я зайду на тумбочку. Но шестое место – это шестое место. Всем спасибо, кто досмотрел. Узнавать. Ставьте лайки, комментируйте, пишите, как они узнали. Кстати, походу нас гонка кормить не будут. И так капец, далее. Да? Всем пока. Ладно. Дальше включу, когда интересно.